Да здравствует любовь, и да погибнет война и все ее отродье. По моему разумению, благодарность есть самая похвальная изо всех добродетелей, неблагодарность же заслуживает самого сурового порицания. Соболезновать удрученным человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Тупое нежелание человечества хотя бы попытаться отвечать за свои поступки ужасно удручает. Говорят, сад начинаешь по-настоящему ценить по достижении определенного возраста, и полагаю, в этом есть доля правды. Наверное, это как-то связано с великим круговоротом жизни. Есть что-то чудесное в неизменном оптимизме свежей зелени, расцветающей после унылой зимы, и я каждый год радуюсь изменениям, тому, как природа поворачивает сад разными гранями, чтобы раскрыть его во всей красе. Порой, когда мой брак начинал трещать по швам, сад становился убежищем, даже счастьем. Поэзия чиста. Сочиняя стихи, не разбогатеешь, но можно работать с языком, создавать кристально чистые вещи. Проза не может быть совершенной. Поэзия – искра зажигания, масло в механизме языка. Если политическая экономия – наука, она не может быть набором практических правил. Однако, если это не совершенно бесполезная наука, из нее должны вытекать практические правила. Одноразовые колебания цен были бы гораздо сильнее, если бы не было биржевых спекулянтов. Стресс – это пророчество, которое исполняется само собой. Неопределенность есть данность, потому что жизнь – ничто иное, как изменение. Через сменяющие друг друга этапы потери приобретений, затишья и деятельности, рождения и смерти, я шествую путем бессмертия. Стиль – это простой способ говорить сложные вещи. Внутри каждого из нас притаился ангел. Мы должны охранять этого ангела. Мертвец – это всего лишь пока что неизлечимый больной. Польза от противников несомненна, они утверждают нас в вере, что без них мы бы осуществили свои идеалы. Муж – это самодержавный владыка, который, однако, платит немалую дань. У тоски есть поразительное свойство. Она настигает сразу же, стоит лишь попытаться дать ей определение. Когда мы умираем, мы просто гаснем, из бытия становимся небытием. Я надеюсь, что никогда не стану настолько старым, чтобы стать религиозным. Быть отвергнутым – это больно в любом возрасте.
Самое интересное в процессе совращения не финал, а охота на жертву. Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать. Цифры хорошо запоминают не умные, а жадные. Даже если за абсурд хорошо платят, он не перестает быть абсурдом. Люблю свободу, но и бочку не встречал еще без обручей. В наше время напрочь разучились говорить, или молчат, или спорят. Не обещай, если не уверен, что выполнишь обещанное, ведь боль, которую ты причинишь другому, рано или поздно к тебе воротится. Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все растает словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком многое принесено в жертву, никто не сможет остановить Россию. Все сметет она на своем пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Если будешь отдавать на этом свете, то на небе будешь иметь. Если у тебя два яблока, большое и маленькое, отдай одно из них. Такое же получишь на том свете. Если ничего не дал в этой жизни, и там ничего не получишь. Я, как и многие спортсмены, суеверен. Но о своих маленьких тайнах стараюсь не говорить. Талисман есть подкова, которую я перед боем кладу в правую перчатку. Нам необходимо не только время, нам нужны деньги, потому что мы понимаем, что нам не нужны деньги. Не забирайте у нас деньги. Из воздуха без денег мы не сможем ни дороги построить, ни лифты заменить. Чем старше человек, тем больше ему лет. Человек – это обезьяна, дозволенная цензурой. Ангелу легко быть ангелом, ему не нужна еда, и он бесполый. Признак настоящей любви то, что она проходит. Неприходящая любовь всего лишь иллюзия любви. Ревность та же подагра. Если эти недуги в крови, никогда нельзя быть уверенным, что не разразятся вдруг, и часто это случается по ничтожнейшим поводам, когда меньше всего этого ожидаешь. Один дурной поступок в жизни так же мало делает человека подлецом, как и одна дурная роль, сыгранная им на сцене. Недостаточно, чтобы намерения ваши и даже ваши поступки были сами по себе благородны, нужно еще позаботиться, чтобы они и казались такими. Слова утешения, как и акт любви, постепенно превращаются в шаблон. Когда ставишь себе недосягаемую цель, плата одна – отчаяние. Говорят, это непростительный грех. Но злым и растленным людям этот грех недоступен. У них всегда есть надежда.
они никогда не достигают последнего предела, никогда не ощущают, что их постигло поражение. Только человек доброй воли несет в своем сердце вечное проклятие. Мир состоит не из черного и белого, а скорее из черного и серого. Несчастный влюбленный подобен предпринимателю, который упорно покрывает убытки неудачного предприятия, чтобы не потерять того, что вложил. Стереоскопия требует двух изображений одного предмета сдвинутых. Тот, кто знает два языка, видит мир стереоскопически. Именно такой эффект дает сдвиг значений выражений, соответствующих друг другу в словаре. Мудрец видит дурака в зеркале, дурак нет. Те, кто много читают, отвыкают самостоятельно мыслить. Тот, кто мирится с действительностью, тот не верит в будущее. Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое – это время, потому что жизнь состоит из времени, складывается из часов и минут. Я люблю осень. Напряжение, рык золотого льва на задворках года, потрясающего гривой листвы. Опасное время буйной ярости и обманчивое затишье. Фейерверк в карманах и каштаны в кулаке.